Ну, высота уже заоблачная, ребята, вот ты посмотри. Мне очень интересно, остановит меня кто-то или нет. Я не знаю, молния, громовержца, Зевс, вон, вровень с облаками. Или что? Я не знаю, или вообще Земля исчезнет из виду, или это процесс бесконечный. Будем смотреть. Я ничего специально не буду узнавать на YouTube. Что вот касается рецептов, то пока я понять не могу. Тут я, знаешь, как решил? Я решил, вот у меня есть материал, диорит, допустим, я забью в YouTube, что можно сделать из диорита. Там есть у меня там овечья шерсть, одну овцу я все-таки замочил. Буду узнавать, что делать из овечьей шерсти. И так вот буду двигаться. Ну все, я израсходовал весь булыжник, абсолютно весь. Теперь спускаемся, будем здесь поставим свет, где его не хватает. Ну вот здесь, я думаю, самое то будет свет воткнуть. Свет тоже так не особо сильно тратим, потому что он, как говорится, нам еще может пригодиться. И спускаемся. Есть у меня какие-то ощущения, что как-то игра как будто бы сжирает какое-то количество иногда кубиков, расстояния, не знаю. Так, давай сюда еще воткнем, чтобы было посветлее. Вот так, уютненько. Все было уютненько. Я думаю, что вот сюда можно смело воткнуть еще один. Все, хватит пока. Пока хватит, там еще потом повтыкаем, если что. И вот таким образом мы возвращаемся в дом. Что мы сделаем в доме? Давай тогда кирки сразу сделаем еще по запас. Правда, из чего их делать-то, блин, тут? Ну-ка давай бревно. Теперь вот так. Четыре палочки. И давай еще тогда. Четыре палочки. У меня есть уголь. А, этого больше нету, да? Ну, давай тогда сделаем. У меня нету больше булыжника. Сделаем тогда еще немножко светильничков. Вот 6 у нас. Ну, давай еще чуть-чуть сделаем, чтобы у нас их было 10 для ровного счета. И пойдем теперь тогда сделаем вот чего. Да, кстати, я подумываю сделать стекло. Смотри. Давай выйдем вот сюда. И здесь вот у меня мост. Холдинг медиа мост. Глянь, знаешь, что я хочу сделать? Я хочу теперь повернуть, сделать поворотик вот в эту сторону. И я думал это сделать прямо вот отсюда с воды. Ну, нравится просто. Отсюда прям с воды. Смотрим, что у нас тут. Земли нифига нету. А, тогда смотри. Тогда давай вот так вот. И просто-напросто вот так прямо пойдем. Смотри, тут пещерка. Пещера уходит просто натуральная. Смотри, да? Ну, давай. Ага, вот оно как, да? Вот оно как. Знаешь, что мы сделаем? Ой-ой-ой-ой-ой. Стоп. Знаешь, что мы сделаем? Давай вот сделаем следующее. Сейчас вот эту землю поднабрал. Одну землю, да? Нет, стоп. Ага, вот так. И ее вот сюда еще сунем. Так, вот так у меня теперь не должно протечь. И вот так будем тогда копать, чтобы у нас обозначалась тропинка, потому что иначе ее просто не видно. Одна ступенечка, она сильно ходьбе не помешает. И я хочу немножечко пробиться. Я не знаю, какое направление. Давай условно. То направление у нас на север. Значит, это у нас условно направление. Блин, собака какая. Я же мог убиться. Да, хорошие новости. Каменная кирка. Это у нас что пошло? Булыжник?
Булыжник это пошел. Ну ладно. Тут. А это что за свет? А я в пещеру упал, в ту самую, которая. Любопытно. Любопытно. Это я в пещеру в ту самую упал. Которую у меня уже путь проложен. Посмотри. Посмотри. Это же мои факелы. Кто факел-то установил? Я установил факелы. Ладно. Меня устраивает. Давай тогда сделаем подъемчик отсюда. Подъем, как говорил Сергей Доренко. Как говорит Сергей Доренко, потому что в прошлом ключе я о нем говорить не желаю. Он существует. Так. Давай вылезем. И посмотрим, как у меня это соотносится с моей дорогой. Вот она, дорога. Сейчас, давай следующее видео.